Что такое барага и что такое амаран? Сегодня, друзья, хочу рассказать вам о двух растениях, масло из которых очень эффективно дополняет друг друга. Приветствую вас, друзья, с вами Наля Беляева, консультант, партнер Сибирженерала «Сибирское здоровье». Итак, что же такое барага? Это огуречная трава, или подогуречник, или огуречник, или бурачник. Род цветковых растений, семейство бурачниковые. Однолетнее растение, оно неприхотливое. Можно выращивать на приусадебном участке. И размножается оно самосевом. А можно первоначально и самому рассады выращивать, как хотите. И многие его видели, наверное, считают его сорняком, а огуречную траву применяют в медицине и кулинарии. Зелень барага можно использовать в свежем, сухом, засахаренном виде. И с древних времен барага лечили суставы, подагру, болезни кожи, нарушение обмена веществ. И кроме этого, это очень мочегонное, легкое, слабительное, обволакивающее, патагонное, успокоительное и отхаркивающее средство. И неспроста популярно масло из семян огуречника – говорила, что оно тормозит старение кожи, сохраняя ее эластичность. Вот и выходит, что огуречник – вкусная, полезная, легкая в разведении травка, которую незаслуженно изгоняют с наших участков. Это дикое сорное растение. Бурачник растет в Европе, Азии, Америке, ну и России. Во многих странах его выращивают как пряность. И считается, что к нам его завезли из Испании. Он цветет розоватыми или голубовато-фиолетовыми колокольчиками почти все лето и выглядит очень декоративно. Цветочки пахучие, их запах манит насекомых. Пасечники его разводят и считают, что это отличный медонос. Я долго думала, что это пряное растение и хороша только своим ароматом. А из источника узнала, что она поднимает настроение, борется с депрессией, увеличивает силы и даже прибавляет мужество. И поэтому Александр Македонский перед боем поил своих воинов чаем из барага. Римские воины делали напитки с огуречной травой. Монголы ее брали с собой в походы, а крестоносцы настаивали на ней вино. По сути, в древности она была главной составляющей боевых напитков. А средневековые врачи лечили бурачником болезни сердца. Диетическим продуктом это растение делают аскорбиновое, лимонное, яблочное кислоты, также минеральные и белковые вещества, которые содержатся там. Для тех, кто хочет похудеть, огуречник просто находка. Жирное масло есть только в семенах, и там его более 30%. Но их же не едят. Калорийность небольшая, 21 килокалорий, белки около 7 килокалорий, а жиров 0%. Так что вот так, мало какое растение сравнится с барага по содержанию микроэлементов еще. И что же такое амарант? Амарант – это род растений, включающий более 60 видов, которые относятся к семейству амарантовых. Листья такие широкие, крупные, зеленые, но бывает и с пурпурным оттенком. Стебель длинный, цветы как раз собраны на нем плотными такими колосьями маленьких размеров. Бывает разных цветов – белые, розовые, оранжевые, красные даже. Семена амаранта богаты питательными веществами и высокоценными микроэлементами. Они обладают высоким содержанием белка и аминокислот, таких как лизин, что делает их ценным пищевым продуктом. И семена амаранта содержат значительное количество белка, приближающегося к содержанию в мясе и яйцах. Вот так вот. Это делает амарант ценным источником растительного белка, особенно для вегетарианцев и веганов. Масло амаранта, полученное из семян, и богата метионином, аминокислотой, снижающей уровень медиатора воспаления гистамина. Благодаря этому масло амаранта уменьшает аллергический ответ организма и уменьшает воспалительные процессы. Кроме того, масло амаранта содержит больше кальция,
чем молоко, обеспечивая клетки организма легко усвояемым минералом для укрепления мембран и лучшей проводимости сигналов между ними. Как я уже и сказала выше, что масло барага и амаранта дополняют друг друга. В своей семье мы используем вот такой вот продукт барага и амарант. У мужа астма, он и для желудка полезен, также при сильном кашле помогает. Здесь в составе еще содержится витамин Е, который нормализует работу иммунной системы, помогая избежать развития острых аллергических реакций. Также содержится витамин D3, который участвует в жировом обмене, влияет на выработку инсулина и способствует нормализации иммунного ответа. Вот такие капсулки прозрачно-желтого цвета, такое маслице. Остались вопросы, друзья, задавайте. Более подробно я рассказываю в своем полезном чате, кто заботится о здоровье, о красоте, уже там. Все мои контакты будут под этим видео. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить от меня полезные видео. С вами была Нелли Беляева. Всем пока-пока!